Чудо-юдо! Эй, привет-привет! Сейчас мы с тобой будем разукрашивать машинки из мультика «Робокар Поли». Класс! Ну что, поехали! И первый у нас Масти! Давай сразу же покрасим его в зеленый цвет! Вот так! Да, выглядит ничего так, но не то! А теперь давай попробуем желтый цвет! Ага! Стильно, но тоже не то! А что, если взять красную краску? Сейчас узнаем, что получится! Так! Красим! Ну, получился красный Масти! Ладно, продолжаем! Давай в этот раз попробуем синий цвет! Вот это настоящий Масти! Самый старый житель города Брумс именно синий! Кто следующий? Экскаватор по имени Паук! Давай разукрашивать его в оранжевый цвет! Симпатично, но не то! Попробуем серую краску! Так! Нет, Паук совсем не серый! Ищем дальше! Может быть, он красный? Вряд ли! Но стоит попробовать! Вообще-то мне нравится! Но Паук не красный! А может быть, он бирюзовый? Так! Да, экскаватор Паук! Именно бирюзовый! А крыша и ковш у него желтые! Круто! Кто дальше? Каток по имени Макс! А давай попробуем покрасить его в розовый цвет! Так! Нет! Это не похоже на строительную технику! Ладно, продолжаем! Попробуем синий цвет! Давай-давай! Ха, нет, Макс не такой! Ищем дальше! Может быть, зеленый подойдет? Красим! Нет, даже карандаш смеется! Строительная техника не зеленого цвета! А что, если желтый? Так! Да, каток Макс желто-красный! Выглядит очень прикольно! Мне нравится! Кто еще? Малыш Роди! Ну давай красить! Нет, не похож на настоящего Роди! А давай попробуем желтую краску! Так! Нет, это не то! Может быть, зеленый? Давай-давай! О, вот это малыш Роди! Зеленый с красным флажком сзади! Ну что, чего мы только сегодня не видели? Из желтого Масти! И красного Паука! Но самое главное, что в конце концов мы все сделали правильно! Мы молодцы! Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?